2 приехал. Дважды 2 и Ельцин-центр устроили в городе цифровой беспредел. Фестиваль видеоарта Pixels-Fest. Было круто, мне понравилось. 160 работ со всего мира. Нам даже из Зимбабве прислали работы. 15 победителей. Вот это самый такой толчок. И один гигантский видеоэкран. Настолько это органично, современно, настолько это здорово. Организаторы. Мне кажется, это действительно дико интересно. Вот этот вот the best of the best. Фасад — это наш самый главный инструмент, который адресован буквально всем горожанам. Жюри, победители. И наши главные соучастники – вы. Движуха. Прямо диво дивное. Масштабно. Дичь. Надо смотреть. Снимай лучше фасад, а не меня. До встречи в цифровом будущем. И не взрослейте, это ловушка.